штрафной сопернику удар. Неплохо к атаке подключился Денис Глушаков. Мяч в голову Дениса за «Спартак». В чемпионате России технично обыгрывает соперника. Камбаров, Самедов. Камбаров, удар по воротам. Вот такая стенка спартаковская, потому что и далее удар уже Дмитрия Камбарова. Но мяч выиграл, верховой мяч сбросил на Ислу. Атака продолжается сборной Чили. Опасный момент. Акинфеев, потрясающее спасение. И Видаля, который выигрывает борьбу здесь. Исла, передача на правый фланг. И вот в этом моменте уже подача, удар. Еще один пас из глубины. Опасный момент может быть. Удар поворотом или прострел, не совсем понятно. Это Жан Басижур. Подача, опасный момент, может быть, Видаль. Хотя мы помним голы за мюнхенскую Баварию, в том числе в Лиге Чемпионов. Но вот здесь Артура Видаль. Штрафную площадь. Видаль указал на центр, но смотрим повтор. Стал судья Мансано, что толкнул Романа Шишкина. Удар Глушакова! Миранчук. По штрафной опасный момент. И вот сейчас можно было забивать. Федор. Еще раз смотрим. Передача от Миранчука. Было положение вне игры. Все было по первым касаниям. В Москву, дабы решить вопрос с его трансфером. А это Санчес, и пас великолепный. Какой момент и какой гол. Первым касанием Санчес делает, отражает ворота Акинфеева. Вот здесь Санчес с мячом возится, что-то пытается придумать. И в какой-то момент он увидел Исло. И потрясающий мастер Алексис Санчес, божественный. Но и Маурисио Исла в этой ситуации. Удар по воротам выше. К сожалению, так тихо была рука в естественном, неестественном и так далее. Опасный момент. Гол! Виктор Васин! Виктор! Его подача была замечательна. Ну и, конечно, Чилийцев. Замечательная подача и прекрасный удар Смолова. Смолов снова с мячом. Удар через себя!